Сейчас на сцене появится второй курс. Они обратились в этом году к форме, которую мы обозначаем как «Зримая песня». Выбран автор знаковый для истории нашей страны – Булат Акуджава. И поэтому их программа называется по строке этого замечательного поэта «Дежурный по апрелю». Проходите. Итак, программа «Зримых песен. Дежурный по апрелю». Преподаватели Мария Левченко и Сергей Николаевич Лукас. Понятно, подобно старый посох стёк,
Проходим по жизни.
начнется, как очнется. Пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, нарисуйте, я о том, что непонятно объясню. Ничего, что вы чужие, нарисуйте, я о том, что непонятно объясню. Покидает земли.
Если Бога в вышине, дело стало быть в войне. Если дать ему дружить, если дать ему дружить, значит всем на фронт идти. Чтобы не было войны, надо Бога заметить. Чтобы Бога убить, чтобы Бога убить, надо оружие зарядить. А как станет заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как зима пойдет, ну а как зима пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть чужого, хоть своего, хоть чужого, хоть своего. Боли, боли, ничего. Я дежурный, бабушка.